Благодарственное письмо матери бойца СВО, который отличился при выполнении боевых задач, вручил глава Ишима Федор Шишкин. Сын Любови Николаевне служит с июня 2022 года. За это время награжден медалью «За отвагу» и медалью «Жукова». Глава города поблагодарил маму сержанта за поддержку своего сына, в то время как он с честью выполняет воинский долг. Он уходил на срочную службу 19 мая 2021 года. Там в июле заключил контракт еще до начала СВО. Когда началось СВО, много ребят погибло из бригады. И тогда ему командир предложил, никто не заставлял ехать туда. Он ответил: парни гибнут, надо ехать помогать. Вот, слава Богу, Бог бережет, до сих пор мы на связи. Заслужил награды государственные.